да, прикинь, это курачок. Русло Днепра. Видишь, как восстановилось. Быстро не надо. Если еще воду деревья вырасти, уже можно будет приезжать на волоски. Сделают домики, какие-то рыбные промыслы. И да, местные бизнесмены освоят это все. Ну, хотя... Поросло сильно. Ну, это же хорошо. Раньше было море. Нет, вот, да. Да, в том году было суши. Уже травы столько, да? Да, ну как бы это не деревья, кустарник какой-то. Ну. Даст Бог. Вот это такие деревья, как плавные. Что село? Да, село. Село. Такое место. У нас груши. Хотя продают помидоры. Арбуз, кого? Ну, справа помидоры. Помидоры и арбузы. Корнекор. Парфюмчик имеет место. О, что? Дичку собирает дед, абрикос. Я не хочу платить. У нас только помидоры, да, в Украине. Они такие дорогие, цены, по 800 гривен, да? Нет, это абрикос, смотри. Я за помидоры тебе говорю. Что, помидоры по 80 гривен? Да, 70-80 гривен. Я вчера в сельпо видела. Я тебе говорю, да, 70 гривен. Я еще такая обалдела. У нас бананы дешевле стоят. А где сделался этот Укрнафта? А мы ее погнали. Ну все равно странно, что он не догоняет. Это на
да. Наверное, такие места, что может быть слабовато. Ну, пока есть море. Путешествуем украинскими селами. Да. Было скучно, поехали в село. Что из дворы? Велосипед, техники сколько продают, да. Ну, на электромотоцикл, и все это, ну, а что? Ну, что богатые, если бы не было. Вот. Автомагазин, шиномонтаж, популярный машинист. Слово на укранавте твоего. Нас обгоняет? Нет, пока не обгоняет, но догоняет. Ого, это надает, да? Не переживала, ну, а что ж. Машина там не старая, да. Она, видимо, пустая едет. Ну, может даже и полная, там потужность хорошая. 90, 100, 120, может быть. За Укрнафту сейчас расскажу. Ехали, стояли на светофоре, она свернула там чуть-чуть в другую сторону, сделала круг и нас обогнала, чтобы не стоять на светофоре. Ну, потом мы ее обогнали. Сейчас она опять... Гонки с бензовозом. Да, сейчас она опять нас догоняет. Гонки с бензовозом. Видимо, дядька, ну, может успокоиться, что его обогнали. Просто что он идет свои. Не, чем он идет своей скоростью. Он 90-100 идет. Мы сейчас оторвались, это его не догоняет. Он своей скоростью идет, он дорогу знает, каждую ямку знает, где, что, где можно придавить, где отпустить. Он по этой дороге, наверное, где-нибудь по 100 раз знает. Чуешь, а можно мы его пропустим, за ним поедем. Дать нам дорогу нормально. Ну смотри, чтобы мы сейчас там не повернули, где-то плохая дорога, пропустим его. Не, мы уже проехали эту дорогу. А, да? Нет, это я затупил, я помню, что там повернули. Пропустим. Может, приехали по ногам? Хорошо, хоть не по ногам. Кочки, как сидели. Что, где банка? Да. Напомню. Хорошо. Ну, а что мы вчера видели?
дальше он говорит. Я не помню, что делать час назад, а ты говоришь. Ничего страшного. Вот это ж не было. Море. Хозяина убили. Море. Хозяина убили. Дети. Бачиш? А тобі казала, бери стулья, покупалися, диви, да, яка вода. Да. Не хочу стулья брати, я не буду. Нас туди не рынок какой-то раньше был. Не помнишь, все, ночной? Да. Нет, есть он там, за околоком показывали, я видела, где он тут есть. Да, ну, шумы, ну, и там продают, и там продавали рыбу, я видела. Ну, вот мы проезжаем. А вот заправка новая, видишь, мне ее не открыли еще. Почему? Рыбу, может, и продают там ночью. Продают. Я уже выхожу.